друзья, всем привет! Сегодня наш котенок, которого спасла наша подписчица в Севастополе на Новый год, приехал со мной в Симферополь на ЖД вокзал. И, друзья, я его сейчас буду передавать знакомой Лейлы. Вот наш котенок, рыжик, вот, плохо видно. Я его буду передавать, и он поедет сначала в Москву поездом и самолетом в Екатеринбург. А потом мы узнаем, как он добрался. Сейчас я встречаюсь с девушкой и передаю его. Друзья, познакомьтесь, это Нина. Да, здравствуйте. Вот, это подруга нашей Лейлы, которая перед Новым годом спасла этого котенка, и сейчас я его передаю ей. Вот смотрите, какой у нас уже большой паренечек прибавил. Я его передаю, и я надеюсь, он спокойно, без стрессов доедет и до Москвы, а потом и долетит на самолете уже до Екатеринбурга. Вот, а мы будем ждать оттуда новых видео. Здесь я уже в пакетах купил там и пеленки влажные, и салфетки. И пеленки, салфетки влажные, салфетки сухие, корм. Короче, мы его обеспечили всем необходимым для того, чтобы он комфортно перенес дорогу. Вот такая вот переноска у нас, в которой котенок будет себя чувствовать достаточно комфортно. Ему ехать всего лишь сутки, я надеюсь, сутки-полтора. Вот, и наш малыш доберется славно к Лейле. Ну, а оттуда уже ждем обратную связь от Лейлы. Вот, давайте пожелаем все вместе хорошего пути. Вот, вам спасибо. Если что, пишите, звоните. До свидания. Мы отправляемся домой. Пока-пока.